Здесь у нас три бригады. Вот. Первый год, когда мы начинали работать, было, конечно, сложно и трудно вот с этими фигурами. А сейчас рабочий имеет большой навык. Да, и мы вот за неделю справились вот с такой массой посадки растений на этих фигурах. Сначала мы их приводим в порядок, потом засыпаем землей, потом делаем массу, вот глину, там навоз, все мешаем, потом обмазываем. Там вот есть ячейки такие, тут вот в сеточках. И начинаем вот так вот прокалывать и сажать. Полив производится автоматически, вот, утром и вечером. Мы все время привозим рассадой, подсаживаем, чтобы фигура выглядела прекрасно. У нас не только на этом сквере эти фигуры, у нас на третьем сквере прекрасные фигуры. Можете туда поехать и посмотреть. Конечно, жителям города это очень нравится, потому что это новинка. Вот. У нас, например, вот такие крупные фигуры, в других городах поменьше. Да, но вот несмотря на такие трудности у нас с денежными средствами, все-таки наш директор изыскал возможности и посадили, вот мы сделали, потому что нравится нам самим и зрителям, и жителям города. Мы очень благодарны. Когда мы сажаем, многие проходят, и нам очень много благодарностей говорят в наш адрес.